Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире новогодний выпуск телепередачи «Магазин на кровати». Сегодня мы рекламируем товары, которые с успехом могут стать новогодними подарками. Они украсят ваш праздник и помогут вам без проблем дожить до старого Нового года. Что там такое? Я не понимаю. Что такое? Что за день сегодня? Добрый вечер, Вася. Со старым Новым годом! Праздник. А вот и мой коллега. Он немножечко опоздал на прямой эфир. Опоздал на прямой эфир. А я говорю, опоздал. Хорошо опоздал. Господи, боже мой, как в таком состоянии вообще может приходить на работу? Я не знаю. Вот я этого не понимаю. Ты остальных не видела? Да. Слава богу, что я остальных не видела. Может, начнем-то? Извините, дорогие друзья. Сейчас начнем. Можно меньше активности? Извините, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем нашу программу. Я просила. Итак, мы продолжаем нашу программу. Дорогие друзья, сейчас я покажу вам вещь. Она покажет. Кое-какие вещи. Дорогие друзья, я покажу вам сейчас одну вещь. Одну. Всего одну. Но эта вещь принесет в ваш дом счастье. Счастье. Радость. Радость. Любовь. Любовь. И покой. Водка. А вот и нет. А вот и нет. А вот и не угадали. Но вы понимаете, эта вещь, она очень популярна среди замужних женщин. Думайте. Интрижка. Думайте. Начинаем. Думайте. Эта вещь, это старожил на наших с вами кухнях. Только сегодня. С хорошими скидками. Держите себя в руках. С хорошими скидками только сегодня. Нано-муже-отрезвитель. Ха! Барабанная дробь. Я надеюсь, вам это очень нравится. Не покупайте. И совершенно верно. Дорогие друзья, не покупайте этот мужеотрезвитель в других магазинах. Только в нашем магазине на кровати. Дорогие друзья, мне кажется, сейчас у меня появилась такая вот хорошая возможность. Я бы даже сказала, уникальная возможность продемонстрировать всем вот этот мужеотрезвитель в действии. И мы плавно переходим к следующему лоту. Следующий лот. А жаль. Специально для мужчин. Великолепная фляжка для коньяка. Резиновая подруга 2. Кто бы всегда поможет вам скрасить одиночество. Это прекрасный праздник себе любимому на Новый год. Великолепно для приготовления коктейлей. Лучший ваш друг с 1 по 13. Прошу. Дорогие друзья! Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Хорошо. Следующий лот только для женщин. Именно женщины готовят, именно женщины стирают, именно женщины моют посуду. Очень много делают. Друзья мои, внимание! Женщины, приготовьтесь! Огромные скидки! Звоните прямо сейчас! Только для вас и только в нашем магазине. Ну? Кухонный коллайдер. Тимофей 2. Тимофей 2. Я не поняла, что это такое? Вот это вот, что это такое? Вот это вот. Вот это, что это такое, а? Откуда это взялось? Так сказать, 3 в 1. Купи и выгони жену из дома. Конечно, это шутка, дорогие друзья. Давайте вспомним о том, что праздники – это не только радость. Не только. Это не только счастье. А, значит, но речь. Праздники – это и застолье. Конечно. И вот только, только в праздниках, дорогие друзья, мы с вами набираем лишние килограммы. Это бывает. А потом в будни мы с вами пытаемся сбросить эти килограммы. Ну, безуспешно, как правило. Как правило, да. Но я хочу спросить у своего коллеги. Меня. Он в этом вопросе большой специалист, дорогие Дока. Друзья. Скажите, пожалуйста, пожалуйста, в чем секрет похудения? Надо меньше жрать. Неправильно? А вот и нет. А
вот и нет. Уникальные пласты. Дистрофик Слим 2. Этот пластырь очень легок в употреблении. Очень легок. Вы его покупаете, удаляете упаковку. Обязательно удалите. И наклеиваете его. Себе на рот. А вот и нет. А вот и нет, опять не угадали. И наклеиваете его на проблемные места. И они исчезают. Дорогие женщины, если за время праздников вы набрали лишние килограммы, если у вас вдруг появился животик, не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь, через 9 месяцев само пройдет. Если хочешь быть стройней, пластырь ты на тело клей. Жиру ты не ешь ни грамма, будешь стройным, как Обама. Барак? Вы! Мы с ним что? Вы посадили на рубашку жирное пятно. Какая трагедия. Что же делать? Боже мой, какое несчастье! В чем же теперь идти на работу? Не ходите на работу. А вот и нет. А вот и нет, дорогие друзья. Если вы не будете ходить на работу, то вы не будете получать зарплату. Логично, есть выход. Прошу ваше внимание. Бермудский треугольник 2. Великолепный театровый водитель. Всего лишь 3 секунды и пятна как не бывало. Бермудский треугольник 2. И пятна нет. Вы знаете, дорогие женщины, почему-то я не знаю, по какой причине, но у меня вот такое вот огромное желание вот все-таки применить. Желание огромное, это применить вот этот агрегат по назначению. Вот применить этот агрегат по назначению. Но и что ты сделал со своей рубашкой? Поняли, скажи мне, пожалуйста. Вот что ты сделал со своей рубашкой? Ну, в чем ты теперь пойдешь на работу? Зашьем на работу. Этого не надо. Нет, вы слышите? Дорогие друзья, наша передача закончилась. Наша передача не закончилась. Я прекрасно даю время. Еще есть время. Я еще могу воспользоваться вот этим агрегатом. Понимаешь? И ты, наконец,